Сегодня активисты общественного движения «Донецкая республика» с гуманитарной миссией посетили терапевтическое отделение номер 2 в Зугрессе. В рамках республиканской акции «Спасибо врачам» общественники доставили в больницу открытки и рисунки со словами благодарности от маленьких жителей республики, а также продуктовые наборы. Здесь на данный момент находится 32 человека больных. Основная масса – это пневмония 95%. И несколько больных – это ковид с бронхитами. В смену работает у нас 3 врача и 4 медсестры. Ну и, соответственно, младший медперсонал. Обслуживание больных на данном этапе осуществляется круглосуточно. Ночью у нас дежурят еще специалисты узкой категории – это хирурги. Валентина Дружинина с гордостью рассказывает о своих коллегах, которые в трудную минуту не дрогнули и, рискуя собственным здоровьем, встали на борьбу с инфекцией. Благодарность безмерная людям, которые работают и рискуя жизнью. Вы даже себе не представляете, насколько сложно работать целую смену в костюмах, потому что смены у нас длятся в красной зоне по 4 часа. Но медсестры работают двойную, понимаете, смену. Поэтому они практически с красной зоны выходят на час-полтора. Продуктовые наборы будут распределены между врачами и медсестрами, работающими в ковидном отделении. Валентина Дружинина поблагодарила общественников за внимание и помощь. Сотрудники довольны, и спасибо большое, что не забываете медработников, и такая поддержка очень ценна, особенно вот рисунки детские, что детки не забывают. Ну, это же понятно, и родители, да? Так что нам очень приятно, конечно.